К легкому, но сочному тембру нового альтового тромбона солист Самарской филармонии Николай Афанасьев еще не привык. Музыкант говорит, чтобы сыграться, понадобится время. Здесь совсем другая система, и потом здесь, после большого возьмешь маленький, сразу ощущается, да? Вот так и на инструменте. Здесь и подача дыхания совершенно другая, и регистр, диапазон высокий здесь. Здесь работаешь все время в верхнем регистре. Духовые инструменты, в отличие, например, от скрипок, быстрее приходят в негодность. Конденсат, который образуется от подачи воздуха внутри трубы, разрушает дерево. Поэтому так важно следить за обновлением духового парка оркестра. Это позволит нашим музыкантам более ярко, интересно, качественно исполнять те произведения, которые у нас в репертуаре и на которые приходит наша публика, которая любит слушать их. Высококлассные духовые инструменты приобрели при поддержке правительства Самарской области и Министерства культуры. Два кларнета, гобой и тромбон альт можно будет услышать на сцене Самарской филармонии в ближайшее время. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.